Мои дорогие, горячо любимые модницы, а я с гордостью представляю наше главное предложение сегодняшнего дня. Это пальто Жозефина. Супер актуальное предложение по сезону, легкое, но при этом теплое благодаря наполнителю Евросинтепон. Весна 2024 года – это про принты, яркие образы и лаконичные удлиненные силуэты. Все это есть в нашем главном предложении сегодняшнего дня – пальто Жозефина. Мы хотим, чтобы каждая наша телезрительница этой весной была ярче остальных. Принтованное пальто в графичный флоральный стиль – это настоящая находка для стильного гардероба. Оригинальный узнаваемый образ и множество вариаций собственных стилизаций с гардеробом, который у вас уже есть. Это пальто оживит и придаст плоско любимой водолазке или удобным джинсам, которые вы носите каждый день. Удлиненный крой со свободой в прилегании, дополненный капюшоном, это позволит вам трансформировать образ и подстраивать под актуальную погоду. Утеплитель Евросинтепон подарит тепло, защиту от ветра и дождя, а также ощущение легкости и комфорта. Ничего не помешает вам выглядеть превосходно этой весной. Яркий образ, безусловно. Но и, кстати, мне очень нравятся вот эти флоральные мотивы, этот принт. С каким цветком у вас ассоциируется этот принт? Накладные глубокие карманы, на молнии. У меня практически вся рука утопает в этом кармане. При этом вы никогда ничего не потеряете. Мобильный телефон, ключи, проездной билет, основная реверсивная молния закрыта планочкой, то есть продувать тоже ни в коем случае не будет. И хорошая длина, прикрывающая зону колена. Теперь давайте разберемся с цветами. Первый цвет, который ближе всего ко мне, это цвет фисташковый. И почему-то, вот мне так кажется, что он будет один из первых распродан. Далее цвет, который в заказе называется черный, но в жизни он смотрится как глубокий-глубокий синий. И следующий цвет — серый цвет, и этот цвет выбирает наша модель Люсенька. Очень благородный оттенок, прям такой серебряный перелив. Я восхищен создателями этого пальто, потому что они предлагают еще и практичные цвета. Три цвета на выбор. Размерный ряд от 46-го. Извините, от 46 до 58. Причем размеры сдвоены. Сдвоены пошагово. 46, 48, 48, 50, 50, 52 и так далее. Наша модель Люсенька выбирает свой размер. Люся в жизни носит 52. На ней сдвоенный размер 52, 54. При росте, Люсь, у тебя 1,70 м. Ровно 1,70 м, да, у Люсеньки. Вот посмотрите, зона колена полностью прикрыта. Я еще хочу заметить, что это пальто практически невесомое. Несмотря на полноценную такую хорошую длину, оно воздушное, оно легкое. И вот эти цветы, как они дополняют образ. Цветок — это очень женственно, это очень романтично. И эти цветы не завянут никогда. Сейчас обязательно сделаем замеры. Я знаю, как для вас важны, нужны точные цифры. Люсенька, тогда накинем капюшон, чтобы показать и высоту, и глубину капюшона. Кстати, капюшон у нас тоже полностью утеплен. И в капюшоне также у нас Евросинтепон наполнитель. Высота 29, почти 30 сантиметров. Даже если будет объемная высокая укладка, вы ее не испортите, не сломаете. Глубина капюшона 29 сантиметров. Теперь замеряем по плечам. Но здесь у нас идет цельнокройный рукав. Сложно сказать вот прям точные цифры, но ориентировочно, вот даже если по линии плеча Люси чуть побольше запасом беру, 58-59 сантиметров. Но именно такой крой дает возможность абсолютно точно не переживать. И идеально пальто Жозефина, это наше главное предложение сегодняшнего дня, сядет размер в размер. Длина замеряем, ой, шикарно, 113-114 сантиметров. Люсенька, ну повернись же к нам, озари своей улыбкой. И глубина проймы. А я вижу, Люся надела это пальто на наш костюм тройка. Так, глубина 30 сантиметров, полный обхват 60, вы видите, да, свободы очень много. Если мы смотрим прям от плеча до конца рукава 63 сантиметра, абсолютно полная длина, также у нас рукавчики утеплены. Ну и сейчас замерим, конечно же, обхват в зоне груди. И вот Люся сразу, да, вот так ручки подняла,
И мы видим, что при полном натяжении смело 132-133 сантиметра. Модницы даже с самым роскошным размером груди будут чувствовать себя комфортно. И, кстати, еще знаете, на что обратил внимание? Вот если расстегнуть эту планочку, которая закрывает основную молнию, посмотрите, у нас даже внутри дизайнеры добавляют принтованную вставку. Как это выглядит эффектно? Вот согласитесь, продумано все до мелочей. А сама планка, она очень широкая. Чаще всего мы видим планки, которые закрывают основную молнию, в два раза уже. А у нас широкая планка, реверсивная молния. Если надо чуть больше свободы, расстегнули, и вот вам, пожалуйста. Еще и потайной карман у нас присутствует. А если, смотрите, вот цена только сегодня, так как это наше главное предложение дня, 4499 рублей. А если банковской картой оплатить, это же минус 10% скидка. Сколько у нас? Минус 450 рублей. То есть вот сразу банковской картой оплатили, и получается 4049 рублей. А если 4049 рублей разделить на 4 части, ведь есть возможность оплатить долями. Разбиваем оплату на 4 равные части и платим раз в 2 недели в течение 2 месяцев. Это же прекрасно. Так, Дашенька, а если вот сумму 4049 рублей разделить на 4 части, если оплачивать долями, чуть больше 1000 рублей. Так, наполнитель Евросинтепон. Чем он хорош? Он легкий, он невесомый, но при этом он не создает никакого парникового эффекта. Тепло тела человека, то есть вашего тела, оно сохраняется, сухое тепло, но парникового эффекта точно не будет. Мои дорогие, горячо любимые модницы, это наше главное предложение сегодняшнего дня. Пальто Джозефина, черный, серый, либо фисташковый. Цена только сегодня со скидкой на главное предложение дня 35%. Это не просто новинка, это наша премьера. С накладными карманами. Есть еще потайной внутренний карман. Вы видите, стежка, геометрия по всему периметру. То есть наполнитель Евросинтепон никогда не будет комковаться, собираться в бугры в какие-то. Он всегда будет оставаться на своих местах. Хорошая длина защищает вас от ветра. Это наше главное предложение сегодняшнего дня. Пальто Джозефина. Цена только сегодня 4499 рублей.